мой маленький друг. Здравствуй. Это я, сказочник. Сегодня опять раскрою книгу Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Вчера ты услышал, как Айболит вылечил мотылька, пришил ему новое хорошее крылышко. Потом к доктору пришел крокодил, у него болели зубы. Айболит его вылечил, и крокодил стал жить у него. Крокодила очень боялась сестра доктора, Варвара. Боялись крокодилы все люди кругом. Из-за этого противного крокодила никто не придет к нам. У нас нет денег, говорила Варвара. Нам не на что купить себе хлеба. Варвара сказала правду. Доктор остался без хлеба. Три дня он сидел голодный. Звери, которые жили у доктора, увидели, что ему нечего есть, и стали его кормить. Сова Бумба и свинка Хрюхрю -хрю устроили во дворе огород. Свинка рылом копала грядки, а Бумба сажала картошку. Корова каждый день утром и вечером стала угощать доктора своим молоком. Курица несла ему яйца. И все стали заботиться о докторе. Собака Авва подметала полы. Таня и Ваня вместе с обезьянкой Чичи носили ему воду из колодца. Доктор был очень доволен. Никогда у меня в моем домике не было такой чистоты. Спасибо вам, дети и звери, за вашу работу. Дети весело улыбались ему, а звери в один голос отвечали «Карабуки, марабуки, бу!» На зверином языке это значит «Как же нам не служить тебе, ведь ты лучший наш друг!» А собака Авва лизнула его в щеку и сказала «Абуза, мабуза, бах!» На зверином языке это значит «Мы никогда не покинем тебя и будем тебе верными товарищами». Как-то вечером сова Бумба сказала «Тише, тише, тише! Кто это там?» Скребется за дверью похоже, как будто мышь. Все прислушались, но ничего не услышали. «За дверью никого нет», — сказал доктор. «Это тебе так показалось?» «Нет, нет, не показалось», — возразила сова. «Я слышала, что кто-то скребется. Это мышь или птица?» уж вы можете мне поверить, мы, совы, слышим лучше, чем люди. Бумба не ошиблась. Обезьяна открыла дверь и увидела на пороге ласточку. Ласточка! Ласточка зимой! Какое чудо! Ведь ласточки не выносят мороза и чуть наступает зима, улетают в жаркую Африку. Бедная, как ей холодно. Она сидит на снегу и дрожит. Ласточка! крикнул доктор. Войди! Войди в комнату и обогрейся у печки. Вначале Ласточка боялась войти. Она увидела, что в комнате лежит крокодил и думала, что он съест ее. Но обезьяна Чичи -Чи сказала ей, что этот крокодил очень добрый. Тогда ласточка влетела в комнату, огляделась по сторонам и спросила ⁇ Чирута кисафа мак? ⁇ На зверином языке это значит ⁇ Скажите, пожалуйста, не здесь ли живет знаменитый доктор Айболит? ⁇ Айболит, это и я, ⁇ сказал доктор. У меня к вам большая просьба сказала ласточка, вы должны сейчас же ехать в Африку. Я нарочно прилетела из Африки, чтобы позвать вас туда. Там, в Африке, живут обезьяны, и теперь эти обезьяны больны. Что у них болит? Спросил доктор. У них болит. Живот, сказала Ласточка, они лежат на земле и плачут. Есть только один человек, который может их спасти. Это вы. Берите с собой лекарства и едем скорее в Африку. Если вы не поедете в Африку, все обезьяны умрут. Ах, сказал доктор, я с радостью поехал бы в Африку. Я люблю обезьяны, мне жаль, что они больны, но у меня нет корабля. Ведь, чтобы поехать в Африку, нужно иметь корабль. Бедные обезьяны, сказал крокодил. Если доктор не поедет в Африку, все они должны умереть. Только он один может вылечить их и крокодил заплакал такими большими слезами, что по полу текли два ручья. Вдруг доктор Айболит закричал, «Все же я вылечу! Вылечу больных обезьян!» Я вспомнил, что у моего знакомого старого моряка Робинзона, которого я спас когда-то от злой лихорадки, есть превосходный корабль. Доктор взял шляпу и пошел к моряку Робинзону.